Я от газеты «Глоб». Пишу статью об операции «Голиаф». Либо расскажешь, что случилось на самом деле, либо упустишь эту возможность. Я бы дважды подумал, прежде чем что-либо писать об этом деле. Или что? Пострадать можете. Эта операция – национальный скандал. Канадская полиция ограничила мне доступ. Это нельзя публиковать, сам же пожалей. Я напишу эту статью, плевать, что не для первой полосы. Не лучше ли тебе бросить это дело? Нельзя его сейчас бросать. Я не хочу в это лезть. Поздновато уже, друг мой. Если общественность узнает правду... Банк. Run for your life. Гражданина Канады казнят в стране третьего мира. И мы что, ничего не предпримем? Ты же не можешь спасти всех. Правительство его подставило. Мне что, оставить его там гнить?